Знаменитое красочное представление, так полюбившееся зрителю с громким названием «Икра-шоу», продолжается. Новогоднее фэнтези «Икра-шоу» — это продолжение старой и начало новой истории захватывающих приключений в заснеженной русской глубинке. Большое количество людей, которые уже были на первом шоу и не один раз, хотят следующего продолжения, хотят посмотреть, что же ожидает наших замечательных гостей-инопланетян в жизни в русской глубинке. И, в общем, мы смогли создать новое, уникальное второе шоу. Это семейный формат, мы специально позиционируем себя как семейное шоу. У него очень глубокие смыслы, которые понятны и детям, и взрослым. Мы постарались сделать так, чтобы было интересно всем. Дети увидят экшен, дети увидят спецэффекты, а взрослые увидят глубокие душевные смыслы, любовь и вообще философский подтекст. Основная идея организаторов «Икра-шоу» — создать во Владивостоке шоу мирового уровня, которое познакомит иностранцев с грандиозной национальной русской культурой, а россиянам поможет заново в нее влюбиться. В постановке зритель увидит Кощея, царевну, лебедь, богатырей, русалку и многих других персонажей. Жанр спектакля создатели определяют как славянское фэнтези в художественной и технической реализации, опираясь на лучшие образцы мировых шоу «Дюсалей», «Лас-Вегас» и «Бродвей». Мы специально сделали шоу с большим количеством и основанным вообще на русском фольклоре, так, чтобы рассказать о нем людям, которые его уже знают и слышали с детства, уже интересными, современными, новыми словами, новыми режимами, новыми эффектами. И для тех, кто вообще не знает, например, для иностранных туристов, которые к нам приезжают. Они приезжают, и для них Владивосток — это некоторая визитная карточка России. И поэтому нам хотелось бы передать все богатство русской души таким образом, чтобы без слов было понятно уже, насколько интересна и богата, и разнообразна русская былинность. Результат превзошел ожидания. Герои сказок и былины увлекают зрителя в иную реальность. Динамика развития сюжета на высоких скоростях передается теми сценическими приемами, которые еще в первом сезоне создали запоминающийся фирменный стиль. Мощное, разнообразное и самобытное музыкальное сопровождение, хореография, достойная лучших танцевальных площадок, зрелищная акробатика, жонгляж, силовой экстрим и, конечно, непостижимая магия иллюзиониста. Все это искусно упаковано в праздничную обертку сказочной атмосферы всеми любимого Нового года в его мороз. Красе, искрящийся лед, хороводы снежинок, елка и подарки. У нас новые повороты сюжета, у нас совершенно новая музыкальная попурри, где, надеюсь, вы получите удовольствие, как мы сопоставили русские народные песни и хиты западные, фирмовые нынешние. Оказывается, у них очень много общего в гармонии, что, в общем-то, неудивительно, потому что про любовь все поют одними и теми же нотами души, одними и теми же нотами на инструментах. Визитную карточку Тихоокеанской России зрители могут увидеть в театре «Андеграунд». Билеты на шоу можно достать, можно купить в трех местах в интернете. Tusa.ru, VL.ru и наш официальный сайт showikra.ru. А также можно прийти физически в кассу в «Андеграунде» и купить билеты здесь, прямо тут за стенкой. Шоу будет проходить 25, 26 и 27 декабря и со 2 по 9 января включительно. Добро пожаловать, мы ждем. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на 8.